Я дякую всім, хто з нами залишається на телеканалі «Київ». Третя частина. Будь ласка, шановні глядачі, як обіцяла, будемо говорити про техніку швидкого читання. А це методика, яка впливає на тонкі механізми людського мозку і дозволяє при мінімальних витратах часу отримати максимально позитивний результат. Більшість необізнаних із системи угадають, що вся її автентичність зосереджена навколо банального швидше прочитати. Насправді це не так. Будь ласка, за кілька секунд готові вас почути. Прошу, зараз зрозумієте, про що йде мова. Ми готові розпочинати з вами працювати. Будьте з нами. Шановні глядачі, ми цю тему піднімали, я пам'ятаю кількість дзвінків з вашого боку, тому сьогодні, власне, хочемо поговорити ще і ще. У нас у студії, дуже рада вітати, сьогодні це Олена Кутова, і звертаю увагу, на сьогоднішній день Олена Кутова, викладач в школі розвитку пам'яті і швидкочитання. Викладач в школі розвитку пам'яті і швидкочитання. Будь ласка, 223-09-71, це телефон прямого ефіру. Ми готові з вами спілкуватися. Викладач школи розвитку пам'яті та швидкочитання. Все, коротко і ясно. Ми готові з вами спілкуватися. Будь ласка, шановні глядачі, Олена, вас рада бачити. Здравствуйте. Що у вас там відбувається? Ви в наш третій рік ми з вами, да, товаришуємо? Ну, десь так, да. Щось змінилося у світі мислення? Чи, в принципі, скажімо так, ситуація, вибачте, вже десь зараз прозаїчно починає, але разом з тим, якісь нові методики з'являються? Чи, в принципі, працюєте за схемою, яка вже була, комплексна вона, до речі, і не просто швидко навчитися читати, а ще й швидко, вибачте, мислити? Ну, да, що таке скорочтення, в принципі? Це швидка обробка інформації, прочитаної інформації. А як цього достичь? Це має бути висока скорість зрительного сприйняття. Во-первых, зрительно воспринимать информацию, во-вторых, ее обрабатывать и уметь ее воспроизвести. То есть вспомнить и использовать для работы то или иное. Ну, в принципе, то, что мы на прошлой встрече говорили, да, с чего начинается вообще скорочтение, это концентрация внимания, это высокая концентрация внимания, потому что очень часто, когда читают, отвлекаются на сторонние какие-то мысли, на сторонние проблемы, звучит, переживания и так далее. Это и развитая речь. То есть, чтобы все, что прочитано, уметь переложить на речь. Очень часто проблема в том, что да, я прочитал, я понял. А когда спрашивают, о чем вы читали? Ви мені змалюйте, будь ласка, таку як діаграму, да? От на першому місці що буде в нас? Перша концентрація уваги. Концентрація уваги, це я зрозумів. Так, далі що потім у нас? Потім розвитая річ, розвиття речових центрів мозку. Далі вона не може бути не розвиватися, якщо немає купи інформації, я так розумію, правда? Все одно ж має бути інформація, яку треба. Ну, естественно. То есть оно все, понимаете, нельзя развивать только одно что-то, потому что если идти в одном направлении, заниматься только мнемотехниками, мозг будет воспринимать информацию только мнемотехники, то есть без использования. Что такое мнемотехники? Это дополнительные какие-то эмоции. То есть если успел переложить на эмоцию что-то, представить нелепая связь, что такое мнемотехники, связи, взаимосвязи, нелепая связь или, например, не связанные друг с другом предметы, связать нелепой связью, тогда список чего-то, список покупок, список, ну, много чего, что нам нужно запомнить, не связанное друг с другом. Это можно связать нелепой связью, нелепый рассказик такой сочинить, фантазия богатая у людей, поэтому это мнемотехники. Либо приложить эмоцию. А если не успел приложить эмоцию? А если обернулся, посмотрел, и а что видел? А не знаю, потому что зрительная память не развита, и, соответственно, мозг не успевает, привык прикладывать, использовать мнемотехники, и уже тогда проблема возникает. Ты что видела? Я не знаю, я не успел. Поэтому должно быть в комплексе развиваться зрительная память, скорость чтения, погашение внутреннего проговаривания, умение читать и воспроизводить, умение, то есть гармонизация работы полушария. То есть очень вот все вообще скорочтение, это состоит из комплекса множества пазлов. Ну, я розумію, що це не просто взяли книжку. Це, напевно, що і не на текстах заняття будуть, правда? Судячи з цього, це якісь і кольорові картинки. Це якісь тести, напевно, на початку. Що я, ну, просто ми ніколи про це не говорили, власне, да? Я там в інтернеті познаходила, навіть така вправа є, як лабіринт. Там дається якийсь час, треба подивитися, от пройти ці всі етапи, що ви зараз сказали, да? Там концентрація уваги, далі, а потім знайти вихід. Тобто тебе там, ти маєш відвернутися, зникає потім лабіринт, а він вже з'являється в іншому дещо вигляді.
Але ти маєш зрозуміти, як ти маєш вийти. Ну, то складно, це насправді дуже. Я намагалася щось в інтернеті ввечері, але це складна вправа. Я думаю, що є набагато якісь, можливо, простіші вправи, але більш дієві. Все одно ж вони існують. Ну, дійсно, що можна робити без спеціаліста? Да. Тобто спеціаліст, звісно, коли приходить до спеціалісту, да. Даються якісь блоки, якась інформація, якісь определені упражнення, за которыми наблюдает спеціаліст, да, за выполнением этих упражнений. Но дело в том, что чаще всего проблема пойти к специалисту, проблема как-то найти время для походов, для занятий и так далее. Что можно делать дома? Правильно читать. Как правильно читать? Во-первых, прочитав, нужно вспомнить, о чем читали, потому что припоминание – это первая фаза хорошей памяти, в принципе. Да? Концентрация внимания говорит, выкиньте все посторонние мысли из головы и сосредоточьтесь на тексте. А как это сделать? Как, например, беспокоит что-то, переживания какие-то? Все мы, у нас у всех есть какие-то проблемы. Читать начал, мозг к этому не привык сосредотачиваться, мысли полетели о какой-то проблеме текущей, которую нужно было решить сегодня, или решили, или не решили. Как это практически делать? Вообще концентрация складывается из того, что мы говорили на прошлой передаче, на прошлой встрече, да? Это камень, обычный камень, серый, невзрачный, никакой. Почему? Потому что мозг сразу начинает анализировать. Можно взять любой предмет, можно взять резинку, можно взять болтик, карандаш, все что угодно, да? Но при этом мозг начинает его анализировать. Какой? Я зараз вот выговорю. Говорити, пригадала, не можу, чи це Зеан, чи це Коеліо сказав, що чи хтось з відомих, щоб зараз мене ніхто не сварив, не можу прийти. Але коли він говорить, що коли ви берете чашку в руки, думайте про чашку. Да, сосредоточеність. Я не пам'ятаю, хто це сказав, класний вислів. Це іменно самоосознаність в дану минуту, де ти знаходишся. Можна пройти, можна вийти з квартири, захлопнути двері, спуститися вниз, пройти пару кварталів і розуміти, що а закрив ли я двері, а виключив ли я утюг. Тому що це, ну, це неосознанне дійство, яке ми робимо автоматично. І коли ми учим мозг, опять же, вот практика, да, то, что можно делать на практике, то, что можно делать самому, да, концентрация внимания, камень, прикладывать усилия, чтобы чем дольше сидишь над камнем, внимание удержишь, тем лучше, тогда мозг учится сосредотачиваться на том, что в принципе неинтересно. И... Ви знаєте, комусь може бути і цікаво камінь. Ну, понимаете, не, насправді, він може зацікавити. Не просто смотреть, ну, я розумію, про що. Улететь куда-то непонятно, а именно с полным осознанием того, что смотришь на камень, и именно внимательно смотришь, прилагаешь усилия. А мозг хочет о чем-то подумать, на что-то отвлечься и так далее. Поэтому самое лучшее, что еще? Умение выкидывать ненужные мысли. Каким образом? Мозг, это, грубо говоря, это компьютер. Ну, это конечно, не так, но как с ним работать правильно. Самое важное – это контроль за мыслительным процессом, за каждой мыслью. Мысль пришла, нужно спрашивать мозг, насколько нам эта мысль полезна. Вот в данный момент нам эта мысль полезна или нет? Если она не полезна в принципе, то нужно сказать мозгу, брысь, вернее, этой мысли, брысь отсюда. Если каждый раз выбрасывать определенную... То есть оценка идет, полезна или не полезна. Если не полезна, то сразу выбрасываем. Если она нам полезна, то мы сразу рассуждаем. А важна ли она нам прямо сейчас? В данную минуту. Мені була важлива чашка, все-таки знайшла, але виявляється, що це народна мудрість. Це без авторства. Ну, це мудра, народна, вибачте за автологію, мудрість. Ну, взяв все. Чашку, думай про чашку. Миєш чашку, очень думай про чашку. Когда але я... круто, до речі. Да. Кому цікава чашка? Так само, як і камінь. Смотрите, але вона цікава. Ще є в практиці. Мало того, що те, що я говорю, управлять мислительним процесом, нужна, не нужна, когда нужна буде. Якщо прямо зараз не нужна, значить відправити її на той момент, коли вона буде нужна. Мозг, будь добр, напомни мені в четвер в 10 утра об этой мысли. Сейчас не беспокой меня, понимаете? І сразу плакательки мозгу выстраиваются. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. И четко мысль ложится на свое время. И она уже не отвлекает. И забыть уже об этой мысли физически невозможно, потому что мозг умеет раскладывать на свои места. Ну, я так розумію, що через певний час це буде автоматично спрацьовувати. Это потом будет. Это 2-3 недели, это максимум 2-3 недели работы. То есть 3 недели работы мозг при вашей поддержке уже сам будет говорить, а нужна ли нам эта мысль? А куда ее нужно отправить? Еще есть навязчивые мысли такого рода, которые, ну вот, переживания какие-то, да, вот оно возвращается, возвращается, да. Мы просто берем, оформляем эту мысль в мячик, мы понимаем, что она нам не нужна, она нам мешает. Оформляем в мячик и
есть такая техника Симарон, очень интересная. У них вот там... расскажите про нее, она классная, да. И что и она... Что вы представляете, думаю, если мячик, и пиная этот, как в футбол, отправляя далеко с фразой «пошел вон болван». То есть мозг отвлекается, это нелепость, это вроде бы смешно, и он выкидывает. Нет, это классно. Да, ну, и все выкидает, да? Мозг все уже выкидывает это из головы. Если она возвращается, то еще раз, и в конце концов она вообще уйдет. Это будь-яка думка может быть, правда? Это любая мысль. Яка заважаю, не полезная. Не полезная и не нужная. Понимаете? Мозг на ненужные мысли. Мысль пришла, и вы понимаете, что она ненужная, ей надо сказать «брысь отсюда». Мне один ученик сказал, очень серьезный такой интеллигентный мужчина, он сказал, мне не нравится слово «брысь», оно неинтеллигентное. Но, понимаете, если мы находим другое слово, говорим... Мы же украинский вариант «геть звідси». Вы поймите, а мозг воспринимает это как кокетство. А что, серьезно? Понимаете, мысль вернется, потому что мы с ней кокетничаем. Нельзя кокетничать с мозгом. А давайте мы... послухаем глядача зараз, у нас еще есть час. Сколько? 10 хвилин залишается десь? 9. Готовы вас почути? Продолжим. Озвучите питання, будь ласка. Алло, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда бесповоротно с Украины, Белоруссии, России, Европы поедут в Юденланд, бо промінюють мікрохвилями наші мозки, жрецям єгипетським план поганий. Тобто цинічний геноцид винищення. Так, це питання, це ми зрозуміли вас. До чого, редактори, спілкуйтеся, до чого це питання? У нас звичайна проста тема, не політична, не геополітична, не тема пов'язана, це не депутати тут у нас у студії. Я не зрозуміла, до чого це питання було. У нас просто тема, як пришвидшити. У нас є школи зараз, викладачі, які можуть навчити, як швидко навчитися читати і опрацьовувати інформацію. Це не тема зараз політичного характеру. Вас, ну, правда. Ми не пишемо національні ідеї, тут це не цей ефір. Все, ми це питання, ми не зрозуміли, що було запитання, до чого і хто, куди там Білорусь і так далі. Не зрозуміло це все. Ну і продовжує розговор о викидувати їхні мислі. Яким образом ще зосередотачуватися? Ви говорили про чашку. Зосередоточтеся о чашці. А кожну минуту, опять же, робота 2-3 недель. Це труд, це реальний труд. Я беру чашку, да? Я наливаю чай, я п'ю чай. У мене один ученик сказав, ви знаєте, я вчора вот так попробував съесть конфету. Вона, оказывается, такая вкусная. То есть мысль о конфете, о том, какая она вкус, не просто автоматически забросил, прожевал, проглотил, да, а именно почувствовать ощущение. Когда вы что-то делаете, я беру, я беру ключи, я кладу, я закрываю дверь, я кладу ключи в сумку и так далее. Вот именно проговаривание про себя действий вот этих вот, а учит мозг сосредотачиваться в данную секунду, не отправлять фантомы в будущее, в прошлое, переживания и так далее, а именно сосредоточиться на том, что вы делаете в данную минуту, прямо сейчас. Тогда, когда вы открываете, научив мозг сосредотачиваться, где вы находитесь, что вы делаете. Когда вы открываете статью, лекции, учебники, все что угодно, тогда мозг умеет сосредоточиться на том, что вы делаете в данную минуту. То есть... Давайте еще раз пробуем. Бо у меня мозг зараз сосредоточен на том, что мы все-таки почуем питання по теме. Говори, будь ласка, в эфире. Добрый день. Алло, добрый день. Добрый день. У меня такая вещь, что Давай. Я ну, какой-то недолик получается. Я могу все время сказать, но какая-то есть мысль, которая главную часть делает. И эта главная часть у меня не получается. Ага, я зрозуміла. Я не могу вспомнить, что она такое. Понимаете, да я... Ви, понятно уже, да? Да, я розумію вас. Так, ну все. Таке буває, да, ви молодець, дякуємо. Ну, це коли, знаєте, немає зосередження, концентрації виявляється. Тобто вона розуміє головну думку всього, але сказати її не може. Може багато говорити, але не висловити чітко, конкретно те, про що вона хотіла, щоб люди її почули. Це, знаєте, як... Сложно сказати, опять же, це тренировка, це робота. Це робота над собою, кожен день определенна робота. Наверное, вже робота зі спеціалістом, який пойме, в чому проблема конкретно, тому що, коли працюєш з чоловіком конкретно, видиш, да, проблема вот в этом и в этом, тогда понимаешь, а вот сказать, что вам нужно, можно говорить общее, да, именно развивать речь, попытаться именно... стараться именно говорить не то, что основное, а как это объяснить? Ну, развитие речи, в принципе, это та же риторика, да, как правильно сказать, чтобы ответить на вопрос-то.
сложно очень, честно говоря, вот не видя, не зная, какая причина у человека, тогда очень сложно сказать на самом деле. Поэтому я советую концентрация внимания. Это вот вообще первое, это опять же концентрация внимания, учиться концентрации внимания и развивать речь. Так, 4 хвилини, да? Десь 4 хвилини. В нас є додзвонювач. Говоріть, будь ласка. Добрый день. Я прошу прощения, если мой вопрос окажется продублировать предыдущее. Я только что включилась в программу. Очень рада, обычно попадаю на повторы, а очень люблю ваши передачи. Во-первых, я имела возможность общаться с человеком, который прошел курс скорочтения. Это потрясающе впечатляюще, когда человек, вот видел его одним там какое-то время, проходит год-полтора, он приходит и владеет этой информацией, которую он поглощает. Ощущает молниеносно и запоминает. Вопрос такого плана. Есть ли различия в подготовке в зависимости от того возраста, в котором проходит обучение? Классное питание. С какого возраста это может начинаться? Такой получается обширный вопрос. Можно ли это внедрять в детских садах, в школах? І в якому старшому возрасті це як би ефективно? Дякую, класне питання. І це крайнє питання на цей ефір. Вам подяка за добрі слова на адресу програми. І реально дуже круте питання. Бачите, техніка працює. Я дякую, що це не ви, бо ви ще не можете, скажімо так, ви приходите поговорити, правда? Поспілкуватися, розказати. Але є глядачі, які готові це підтверджувати. Власне, бачите, якісь зміни відбулися, людину зацікавило. Давайте, віковий ценз є якийсь, дійсно, дуже важливий, цікавий? Так, благодарю за вопрос. А ви знаєте, нет такого. Вот нет. Почему? Просто кто-то приходит с разной подготовкой. Кому-то просто нужно больше времени работать над собой. Вот и все. Кто-то за месяц, два, три и уже понимает, да, здорово, мне очень нравится. А кто-то работает полгода и говорит, да, вот сейчас я чувствую, что это здорово. Понимаете? Разная подготовка, разная интеллектуальная подготовка. Во-первых, если человек, тот, кто постоянно работает с информацией, тот, кто постоянно пытается именно работать мозгом, да, именно интеллектуальная деятельность постоянная, регулярная, у тех получается очень быстро. Можно за 3 месяца, можно за 4 достичь высоких результатов на самом деле. А кто-то приходит со слабой подготовкой, кто-то испытал какие-то стрессы, какие-то проблемы. Может быть, работает, ну, например, тот, кто выполняет какую-то конкретную работу, он бухгалтер, да, вот он действует в одном направлении, и все. И, в принципе, никакой особой интеллектуальной деятельности такой нет. Поэтому ему нужно просто больше времени для этого. А про сады детские, это можно, конечно, если воспитатель будет работать, определенные упражнения выполнять с детьми, почему нет? Это дети развиваются. Так, максимального очень... веку нема, можно 60-70 лет, да, правда? Я так да, просто нужно очень аккуратно, потому что это все-таки возраст, и это идет нагрузка на сосуды головного мозга. С этим нужно очень аккуратно. Просто другая нагрузка немножко идет. Вот и все. А с малечью тут немає перепон, я так розумію. Якщо правильно підібрані, ну просто для них це більше все-таки ігрова форма. Да, да, ігрова форма, щоб ребенку було цікаво, щоб він не відвлікався на сторонні якісь. Що коли ребенку становиться скучно, то вже зробити нічого не можна. Поэтому самое лучшее – это игровая форма. Главное, это заинтересовать. Не допустить взагалі, чтобы дитині стало сумно. Правда? Да. Тому тут треба... Є якісь там особливості, жінка це чи чоловік, чи тут до стати немає? В принципі, швидкочитання і швидкомислення немає статів, я вбачаю, що так, але ну реально. Нет. Важно, опять же, я вернусь к тому, о чем я говорила, важно управлять своим мыслительным процессом, чтобы голову не забивать проблемами. Человек сам должен выбирать, о чем он думает. Не должно быть такого, что мысль пришла, и начинаем ее варить, переживать, забыв о всех текущих проблемах. Именно четко отслеживать каждую свою мысль – это концентрация внимания. Это самоосознанность каждую минуту. Тогда умение сосредоточиться на том, что читаешь, и воспроизводить, и вспомнить легко, и работать с любыми мыслями, и с речью очень легко и просто, потому что человек управляет своим мыслительным процессом. Это важно. Дуже вам дякую. Що ми зараз зробимо? Я... зі своїми думками перепочину 10 хвилин і всіх попрошу це зробити. Новини спорту для всіх вас. У нас у студії була Олена Кутова, викладач в школі розвитку пам'яті і швидкочитання. Я поки що читати нічого не буду. Дайте мені, будь ласка, 10 хвилин для того, щоб перепочили і щоб мене не закупив мозг. А таке теж буває, от повірте мені. Дякую всім за добрі слова на адресу програми.
Сьогодні цю частину завершимо, завтра пенсійне забезпечення. Звертаю на це увагу. Величезне прохання завтра долучитися одразу у першій годині, а не так, як сьогодні. Друга частина – дитяче здоров'я, перша лікарня, столичний заклад на Богатирській, 30. Це дитячий заклад буде у нашій студії, головний лікар цього медичного закладу. І у третій частині – величезне прохання. До всіх звертаю вашу увагу. Я, ну, такий званий, такий невеличкий проект, рубрику ми запускаємо, вона вже в нас певний час триває. В зв'язку з тим, що до 1 липня 2016 року кожен з нас в своєму будинку має створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, ОСББ. Якщо з цього не буде зроблено, місцева влада призначить керуючого. Я до чого веду? Завтра у нас буде практикуючий ОСББ, я вибачаю за таке слово практикуючий, але який існує вже 10 років, як воно працює, з якими проблемами стикається. Завтра про це у третій частині. О, слухайте, багато чого сказала, все треба мені помовчати дещо. Передаємо слово інформаційній редакції. Будьте з нами, після них переймаємо естафету, буде депутатська приймальня. Ольга Балицька, представник депутатської фракції «Самопоміч», буде у нас у студії. Все, не перемикайте.